Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сегодня на реплей Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мои по регистрации. Так, сегодня мы будем выполнять квест, так сказать, хэллоуинские квесты будем выполнять, и я все это буду показывать. Кратко расскажу. Короче, нам нужно раскладывать вот того чудика, нужно ему помочь снять с него проклятие. То, что мы ему поможем, нам будет давать всякие плюшки, эксклюзивные аксессуары и так далее. Я думаю, в принципе, не стоит что-то рассказывать, здесь FPS 50, а так у меня стабильно FPS 90, ну ладно, все, не будем с ней разговаривать даже. И давайте кафетерий кошмаров выберем. И уже поедем, так сказать, на ферму, да, я понял? Или что нам нужно выбрать? Да, понял, у меня чекпоинт не отображает. Блин, что-то я туплю, я же знаю, где ферма находится. Смысла ее мне искать нету. Ну, как бы, мне метка сразу была, когда я брал. Но теперь нам, в принципе, это не нужно. Там нам задание нужно выполнить, собрать, по-моему, 10 тыков и привезти их, по-моему, сюда. Сейчас мы этим и займемся, я буду на Маврике летать, чтобы было быстрее. Так, вот я уже подлетаю к ферме, и здесь будут тыквы расти. Они будут расти, по-моему, возле деревьев. Сейчас мы давайте здесь приземлимся. И давайте, наверное, парканем здесь сразу вертолет, чтобы он просто не пропал напросто. Когда я буду собирать тыквы, они, по-моему, появляются где-то вот здесь, возле деревьев, каждые 10 минут. Поэтому сейчас будем просто-напросто ждать, пока они будут появляться. Так, вот тыквы появились, давайте их собирать. Раз, тыква. Так, где еще есть тыквы? Давайте посмотрим. Так, вроде бы больше нигде нет, к сожалению, да, я только одну тыкву собрал. Вам осталось найти 9 тыкв. Ну, такое себе, потому что их реально очень мало появляется, и много людей их ловит. Но будем стараться, чё. Так, вот снова они появляются. Так, подобрал. Вон еще есть. Блин, больше нету нигде, да? К сожалению, да, больше нигде нету. Я только вторую тыкву собрал. Походу, они быстрее появляются, чем 10 минут, потому что, ну, прошло минуты 2, наверное, максимум, примерно. И появились тыквы. Ну, будем ждать, короче, они спавнятся, я так понял, на одном и том же месте. Так, снова они появились. Я успел подобрать одну, и все, больше. Блин, тут людей просто много. Я, кстати, ливнул из ОПГ, потому что, ну, смысла там делать нечего, поэтому мне еще 7 тыкв осталось. Блин, интересно, их можно купить или нет? Все, пацаны, я собрал все тыквы, вы подобрали тыкв. Теперь вы можете завершить квест «Кафетерий кошмаров» по метке, отмеченной на карте. Окей, все, полетели обратно. Кстати, они не спавнятся не через каждые 10 минут, а где-то через каждые 2 минуты они спавнятся в родном месте. Не сразу все, а по одному там спавнятся. Пока чуваки стоят там, еблом щелкали, я быстро подошел, взял и все. Его еще нету, я уже аль просто нажимаю, чтобы как только он появится, я его забрал. Поэтому, пацаны, просто выучите их местоположение, подходите, быстро нажимаете альт, щелкаете, и все, и сразу его ловите, никто вас не обгонит, так сказать. Вы будете первым, кто его возьмет. Буквально за 10 минут я собрал 10 тыков, поэтому все нормально. Так, давайте паркуемся, пишем парк, чтобы он не пропал никуда, и идем брать следующий квест. Сейчас это сдадим, получим награду и возьмем следующий. Так, подбегаем и давайте заберем у него квест. Так, важное задание, можно завершить. Все, вот его время вошло. Так, все. Ой, ему проклятие кто-то снял. Ну ладно. Так, важное задание выполнено. Так, теперь нужно это выполнить. Короче, нужно полететь на кладбище Южного, взять там 3 приглашения у могилы вампира и отвезти их в Эдово, короче. Из этого мы получим 10 тыквы, 2 XP и 50 азы коинсов. В принципе, не хуёво. Погнали. Так, вот я уже прилетел. Вот это кладбище. Находится на возле ДПС. Ну ладно, в принципе, это не важно, потому что вам покажет чекпоинт. Теперь нужно найти могилу вампира. Только где его найти? Я, честно говоря, вообще без понятия. Давайте попрыгаем, посмотрим. Где вообще эти могилы вампиров? Потому что, серьезно, я не могу понять. Тут должно быть по идее написано, да? Где могила вампира, где нет, там и так далее. Потому что, блин, как его найти еще? О, нашел, пацаны, одно приглашение. Все. Одно приглашение есть. Нужно еще 2. Просто бегаем и смотрим, где есть надо. Так, вот еще одну сразу же вот здесь. Сразу вам покажу, чтобы вы потом не искали. И осталось еще одно приглашение, скорее всего, на где-то вон там. Так, вот третье, по-моему, приглашение, да? Вам нужно отправиться на кладбище. Блять, я тут бегал сколько раз и не видел. Оно не появлялось, понимаете? Так, вот я долетел до кладбища Эдова. Сейчас будем искать обратно могилы, я так понял, да? Ну, типа, надо приглашение передать. Так, паркую здесь вертолет, чтобы он никуда не пропал. И идем искать эти обратно могилы, какие меня уже заколебали. Ладно, давайте поищем. Все-таки там довольно-таки нормальные плюшки дадут, поэтому давайте искать. Так, первый нашел. Давайте, надо перелезть, типа, да, и положить. Все, положил. Так, ищем дальше. Так, вот еще одно. Все, положил. Осталось одно найти, и все. И можно спокойно лететь, сдавать это задание. А, и вот последнее приглашение. Все, я дал, и мы можем лететь, сдавать задание. Кстати, вот эта могилка такая странная, да? Ну ладно, все, погнали. Садимся в вертолет и летим.
Так, все, пацаны, я прибежал сюда. Давайте зададим задание. Так, важное. Можно завершить. И все, мы выполнили. А ты шустрый, держи награду. Спасибо. Так, давайте. Другое еще осталось у нас. Ого, еще 4 задания. Так, потом как к празднику. Давайте посмотрим. Для выполнения задания вам необходимо отправиться на склады фирменного вина. Угу. И привезти 5 ящиков. Награда за выполнение 10 азакоинсов и 30 тыков. Ну, окей, давайте нажмем принять. И погнали за винишком, в принципе. Так, все, пацаны, мы прилетели. Я думал, в южную нужно будет лететь, а нужно было лететь сюда. Надо 7 ящиков вина, по-моему, взять. Как мы их возьмем, мне интересно, блин, надеюсь, машина не нужна. Так, подбегаем. И все. Так, вам осталось найти еще. Блять, это по карте имитация. Ну такое себе, конечно. Так, короче, мы прилетели, давайте. Оп, и вот там бутылочка у нас есть. Так, погнали. Поздравляю, вы достигли 23 уровня. Замечательно просто. Получили 3 тыквы, которые обменять на эксклюзивные призы. А где их можно обменять, мне интересно? Так, 3 тыквы. А, это тыквы надо обменивать на эксклюзивные. Короче, пацаны, у меня крашло, и в итоге у меня оборвался, по-моему, квест в процессе, да? У меня, по-моему, не будут показываться никакие чекпоинты и так далее. Я просто долетаю, понимаете, до АБ, точнее, лечу до трёти в южную со стороны АБ, и мне сразу, короче, краш. Не знаю, с чем это связано, совместимость поменял, но, видите, у меня чекпоинты так и не появляются. Где обменять, кстати, эти призы, я вообще не знаю. Микрофон, а где обменять призы? Можно здесь какие-то призы обменять? Мне чувак писал, что лучше продать их, но давайте я, может, попробую обменять призы и все. Смотрим. Так, подарки за тыквы. Тыква за голову. 30% скидка на дом. 250 дом на куриных ножках. Как посмотреть, сколько у меня этих тыков? Вот, пацаны, тыква у меня 31 штука. И что мы можем сделать? Тыква на голову. 30% скидки на дом. 250 тыков. Ну, давайте, не знаю, тыкву на голову.